подождите немножко, подождите, еще на неделю нас скажет. В третий раз ты не замужняя. А нельзя, да, еще вот за это? Нет, все можно, все, что хочешь, можно сделать. Я имею в виду, что через минут 10 вы все. Вы все, ну, чья-то жена. А, точнее, вот этого. Сегодня, 29 июня 1996 года, в отделе записей актов гражданского состояния Березинского исполкома регистрируют брак Островлянчик Сергей Казимирович и Кодченко Татьяна Дмитриевна. Дорогие новобрачные, сегодня в вашей жизни, в жизни ваших родных и друзей, радостный и торжественный день. Сегодня вы сочетаетесь браком, создаете семью и добровольно принимаете большие взаимные обязательства. В нашем обществе никто не принуждается вступлению в брак, но каждый, кто переступает порог совместной жизни, обязан подчиняться его законам. И сегодня вы, уважаемые Сергей Казимирович и Татьяна Дмитриевна, в присутствии своих свидетелей, родных, друзей и товарищей, обязуетесь идти по жизненному пути вместе, любить и уважать друг друга, сохранять преданность и верность, чтобы на долгие годы сохранить сегодняшнее счастье и суметь преодолеть любые жизненные трудности. Вы пришли к нам когда-то в первый раз, как жених и невеста. А сегодня из нашего зала вы уйдете, как муж и жена. На вашем жизненном пути будут и радости, будут и невзгоды. Но всегда и везде помните, что радость, разделенная на двоих, становится значительно большей. А горести и неудачи, если вы их сумеете делить пополам, станут для вашей семьи совсем незначительными. Став мужем и женой, помните, что вы в ответе за судьбу любимого человека, а также за будущее семьи, которую вы сегодня создаете. Поэтому берегите друг друга, уступайте друг другу, сохраняйте вашу дружбу и любовь, и тогда сквозь многие годы вашей счастливой супружеской жизни вы сможете пронести те чувства, с которыми вы пришли сегодня сюда, в наш ЗАГС. Перед актом торжественной регистрации вашего брака я обязана в присутствии ваших свидетелей задать вам вопрос. Сергей Казимирович, готовы ли вы всю жизнь быть верным другом Татьяны Дмитриевны? Да. Берете ли вы на себя ответственность за будущее вашей семьи, за будущее ваших детей? Да. Татьяна Дмитриевна, является ли искренним и чистосердечным ваше желание стать женою Островлянчика Сергея Казимировича? Да. После регистрации брака вы желаете носить общую фамилию Островлянчик, да, жених? Да. Да, невеста? Да. В полном соответствии с Кодексом о браке и семье Республики Беларусь, по вашему взаимному заявлению и с вашего взаимного согласия, которое только что здесь, в присутствии ваших и гостей вы высказали, сегодня ваш брак регистрируется. Свое желание вступить в семейный союз я вас прошу скрепить подписями. Подойдите, я это вынесу к столику. Так, Сергей, пожалуйста, распишитесь. В этой графе распишитесь. Здесь, да.
отступите на шаг назад. И я прошу подойти к столу свидетелей и засвидетельствовать акт регистрации брака. Пожалуйста, свидетельствуйте, берите ручку. Децентр 1, напишите разборчиво вашу фамилию, поставьте ваши инициалы и в конце послушайте. Сначала буквы имени. Записи акта заключения брака вы подтверждаете взаимное проявление вашей воли в совместной супружеской жизни. Отныне вы объявляетесь мужем и женой. Пусть вам запомнится эта минута, да будет священна она. Отныне не просто вы друг и подруга, отныне вы муж и жена. Из глубины веков пришла к нам легенда о покровителе новобрачных Гименеи. Когда Гименея встречает полюбящих сердца, он дарит им кольца, чтобы молодых не разлучили житейские невзгоды. Однажды хорошим днем Гименей встретил и наших Татьяну с Сергеем и подарил им кольца. Под воздействием их большой и настоящей, чистой, искренней любви эти кольца ночью, наверное, сегодня стали золотыми. И сегодня наши новобрачные обменяются ими как символом любви, дружбы и уважения друг к другу. Пожалуйста. Дорогие новобрачные, а сейчас вы поздравляете друг друга с днем бракосочетания. Пожалуйста, поздравьте. Уважаемые Татьяна и Сергей, я вас тоже сердечно поздравляю с днем бракосочетания. Желаю вам судьбы славной и жизни большой. Пусть ваше семейное счастье будет чистым, как наше небо, долгим, как вся ваша жизнь, и прекрасным, как прекрасны вы сегодня, и ваша молодость, и ваша любовь. И примите сегодня свидетельство о браке, документ, который удостоверяет создание вашей семьи. Пронесите вот этот чистый и светлый документ и вашу чистую и светлую дружбу и любовь через всю вашу долгую и счастливую супружескую жизнь. Я вас поздравляю и счастья вам желаю. Будьте счастливы, друзья. И вам, Сережа, совет да любовь в семейной жизни. Возьмите ваши документы, паспорта не потеряйте. И сегодня в память о дне рождения вашей семьи я вам хочу передать на память вот эту вот летопись семьи, небольшую уже вашей семьи. И хочу пожелать, чтобы через 25 лет эта летопись стала для вас символом серебряной свадьбы, через 50 лет золотой. И приходите к нам в ЗАГС с вашими свидетелями, гостями, детками, внуками, и дай Бог к этому времени будут и правнуки, отмечать вашу свадьбу золотую. И тогда по этой летописи мы все вместе прочитаем, как же вы прожили свадьбу золотой. Это Татьяне сохранение и заполнение. А теперь, родственники и друзья, поздравьте наших новобрачных. Не спеши, я еще не снимаю. Подождите, вы же не под боком станете, не спеши. Мужчины, подождите. Не спеши, там снимают. Обождите, не спеши, не спеши. Будь мужиком всю жизнь. Дорогие мои внучки, поздравляю вас и желаю вам все. Можно еще раз? Сергей, пожалуйста. Спасибо.
Видите? Видите, там пройдет. Вот эти самое главное, знаете, не пища отдельно. Я же тебя поздравила. Таня успела, да. Камера еще. Ого, хорошо. Все, начинаем. Поздравляю. Все, Гель? Все. Не расстрелся. Еще раз. Еще раз. Так, ну уходите, товарищи. Сейчас мы шампанское мало. Может, на вас? Ну, вот, танцевать вас, если хотите. Можно, можно, здесь. Скорее, что... А, сказать всему, да. Забыла просто. Слышите, что? Кто вы там? Иди, на улицу. Вон шампан. Там еще с ним еще нет. Молодые, подходите к столу. Все, подходите, ребят, подходите. Вот, ну, вот кто-то сам два слова скажет. Тост, скажите, слава кинуть. Ну что пожелаем молодым? Светлого неба, любви, счастья. Чтоб уважали друг друга, любили. И нас на чарку не забывали приглашать. По любому поводу. Это то хорошее мне было. Спасибо. Ну что, еще раз поздравляю. Можно с другом. Вася. Хорошо идет. Подходите, подходите. Подходите. Процесс пошел. Да, не понимаете. Мужиков. Дорогие новобрачные и гости, на этом регистрация брака окончена.
свидания. До свидания. Все, девушка, не принимайте. Подождите со мной здесь немножко. На ступеньках стройтесь. Ниже, ниже, самый низ. Молодые. Стало непонятно. Ну, стало все понятно. Вот сюда стычки. Нет, это под вас. И вы, ну, на ту сторону идите. И вы тоже туда идите. А пленку не забыл закласть. А то был случай такой. А где Валик? Валик! Валик! Ты в эту машину садись! Да, 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 да. И Женя хоть с тобой сыр. Ну, эти самые документы. Или может документы? Что ты документы отдай? Ира! Вова, малой, иди возьми. Вова, документы. Вот это хоть раз. Он стоит, не а то не они. Да? А то не они, они. Они, наверное. Они, позовите. Вам орд не надо, не надо, не положено. Молодым только положено. Орд. Я хочу видеть, я вас слышу своими глазами. Иди сюда, иди сюда, с этой стороны, может быть, будем говорить. Выйдите на ту сторону. Да, да, да. А я на эту. Вот так? Только... Да. Закрой им чешок. Застегнись на пояс. И вот извините, так все. Девочка. Ближе, ближе. Так. Ой, красиво. Да, еще ближе, если можно. Было видно, что вы на руку. Да, что мы родня. Что мы никто не будем. А всю жизнь уже, да? Ну, давай с ним, давай с ним, давай с ним. Ну, моя, моя, моя.